Три единства независимости, суверенитета и исторической памяти. В день государственных флага, герба и гимна 600 юных бобручан готовятся вступить в ряды пионерской организации. На лицах счастливые улыбки, в руках красно-зеленые галстуки. Мальчишки и девчонки немного волнуются. Ответственный шаг и огромная честь. Перед тем, как стать частью большого будущего, отдают дань бессмертному прошлому. Возлагают цветы к памятнику танку на могиле генерала Бахарова. Уважение государственных символов – святая обязанность гражданина. И в Беларуси об этом знают от мала до велика. Флаг, герб и гимн – воплощение идеи национального единства. Они олицетворяют независимость нашей республики, связывают воедино свершения предков, новейшую историю и достойное будущее Отечества. Главную мелодию страны подхватывают тысячи голосов. Сегодня звание пионера гордо носят более 70% всех белорусских школьников. И каждый год ряды пополняются. Ребята с трепетом произносят слова клятвы. Перед лицом своих друзей и родителей обещают быть добрыми, честными и справедливыми. Долгожданный момент. На шею повязывают красно-зеленые галстуки. Символы сильной и независимой страны, которая сама выбирает свой путь и истинные ценности. Пионер должен быть всегда на первом месте. Он должен быть хорошим, честным другом. Уважать старших, никогда не оставлять в беде младших. Пионер должен любить свою родину. Сегодня замечательный день. Моего сына приняли в пионеры. Я очень рада, горжусь. Я надеюсь, он достойно будет нести это звание по жизни и будет примером для всех служить. Я думаю, что это одна из самых лучших традиций, которая перешла из Советского Союза в современную Беларусь. Потому что если мы не будем самые простые истины объяснять нашим детям о том, что преданность государственным символам – это правильно, о том, что любить родину – это почетно, мы никогда не сможем выжить в этом безумном мире. В этот праздничный день 100 юношей и девушек вступают в ряды БРСМ. Им предстоит творить и созидать на благо своей страны. Под композицию «Любимую не отдают» разворачивают государственный флаг, преемник знамени Великой Победы. Национальный орнамент хранит наши древние культурные традиции. Затем ребята из школы блогеров и молодежного парламента проводят патриотическую акцию. Рассказывают бобручанам о госсимволике и дарят открытки с ее изображением. От души всех поздравляю с замечательным государственным праздником. Желаю крепкого здоровья, благополучия, уверенности в своих силах и завтрашнем дне мира и созидания. За ними судьба суверенной республики. В 25-й раз мы отмечаем праздник, посвященный государственным символам, которые выбраны путем всенародного обсуждения. Мы отдаем дань уважения нашему государству, которое прошло долгий героический путь. Флаг, герб и гимн отражают славную историю белорусов. Независимость, сплоченность, стремление жить в мире, согласие и честно трудиться на благо родной страны. Татьяна Горбач, Станислав Чечерин, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Thank you.